Всем привет, дорогие друзья! Сегодня продолжаем проходить South Park. Было давно, да, в 15-м году я еще начал его проходить, но... Продолжаем в 17-м, собственно, грубо говоря, 2 года спустя. Ссылка на плейлист, где есть старые серии, будет в описании, если хотите глянуть, но мы продолжаем. Честно, не помню, далеко ли мы прошли. Так, ты кто такой? Я тот, кто пердит на лица людям, которые не узнают меня. Погнали дальше. Так, не помню, доступно обновление. Какое обновление? Подождите, надо все вспоминать. Новые друзья, 8 штук. Бармен, Скитер, Мистер, Элли, Бритоголо, Пити. У меня в друзьях Пити! Офигенно. Дротик из бара. Смотри-ка, он наносит больше. Погоди, у меня лук отстойности, урон. Так, нет, это все фигня. Давайте эти, наверное, оденем дротики. Дротики, хуётики, изменить. Ой, не ругаемся, ребята. Так, ну у меня одна пока что есть, поэтому ее и наденем. Так, что у нас? Маска. Задание, погоди. Сначала будем выполнять, скорее всего, дополнительное. Верните в комнату Кевина и отдайтесь ему. Окей, отдадимся. Разблокировать все флажки. Это мы по мере прохождения. Найдите Иисуса! Прими Иисуса для священника Макси. Проблема бездомных. Бездомных надо побить. И ключом, чтобы войти в башню мира. Окей, давайте сейчас быстренько сделаем задание, которое нам нужно завершить. Потому что я думаю, это... Я нашел! Погоди. Вот этот домик, если не ошибаюсь, синенький. Именно в синем доме живет наш друг с острыми ушами. Эх, Саус Парк. Что случилось? Палку. Все нормально. Все под контролем. Я держу себя в руках. Это не тот дом. Окей, погодите. Тут где должен быть еще один? Да, вот он точно. Точняк. Я мог проехать еще немного. Ну да ладно. Ну, погоди. Есть что? Закрыто. Здорово. Деградируешь? Продолжай. Молодца, продолжай. Так. На-ка тебе. Извини, я не хотел. Так. Нет. И вот этот дом, если я не ошибаюсь. Я ошибаться не могу, ведь я... Молодец. А молодцы не ошибаются. Так. На втором этаже. Первая комната направо. Путь. Да. Эх. Привет, пацан. Отлично, кадет. Галактика перед тобой в долгу, и да, будете тебе известно, что я всегда был и буду твоим другом в Фейсбуке. А если не в Фейсбуке, живи долго и процветай. Спасибо большое. Погнали дальше. Теперь нужно наведаться в церковь по-быстренькому, потому что некоторые миссии я помню до сих пор. Погодите, что это? Как это убрать? Типа, чтобы это не светилось. Так, обновление. Давайте. За кого мы играем? Так, это вор. Вор. Удар в спину, удар по... Окей. Давайте это качнем, наверное. Погнали дальше. Все. Пропало это объявление. Погнали. Скорее. Так, церковь, я не помню, где она, поэтому лучше прокатимся. Путь? Да, я не зря прокатился. Мы бежали секунд 30, а так мы секунд 5 и готово. Так, я принимать Иисуса, не трогайте меня. Я на вас Иисуса, гнев Иисуса пролью на вас. Ты где? Опа. Привет! В следующий раз мне будет не так легко найти. Ну да. Ты нашел Иисуса! Я обрел спокойствие! Я помню, что к нему еще раз надо вернуться, к этому чудику, который здесь сидит. Окей. Сказать, мол, я нашел Иисуса, все окей. И, кстати, нет этих парней. Иисус их просто изничтожил, потому что они не знали, с кем связались. Я... Продолжаю дело Иисуса. Я убиваю гадость. Так, короче. Не отчаивайся, ноги обретают Иисуса, а потом вновь его теряют. Тот, кто не бросит поиска, непременно будет вознагражден его присутствием. Помни это. Найди Христа, сын мой, награда твоя будет воистину ценной. Ну да ладно, пойдем опять Христа быстренько найдем. Я помню, где он. Я... Не помню, я проходил эту игру в 13-м году или... Опять вы! Не надо, я опять иду Иисуса! Я иду Иисуса искать Иисуса. Но как бы... А где же он? Где же он может быть? Может, давайте посмотрим здесь. Нету, Баттерс, ты видишь Иисуса? Баттерс. Пойдем, поищем Иисуса. Давайте, все, ладно. Давай, я тебя вижу, мужик. Вот же ты. Ну, камон. Чудо, сын мой. Надеюсь, ты не подсматривал за Иисусом. Подсматривать. Не дай боже. Помни, всегда будешь с теми, кто нашел меня. Можешь вызвать меня раз в день, но в битвах с боссами не ждет меня помощи. Я их боюсь. Иисус боится.
Теперь у тебя есть доступ к предмету, который позволит подмогу в бою вызвать помощь, который может помочь уничтожить врагов. Предмет для вызова используется только один раз. Тем не менее, тот, кто дал тебе этот предмет, будет давать новый ежедневно. Отлично, у меня есть помощь Иисуса. А можно с Иисусом поговорить? Я только что вспомнил, блин. Или он все? Или я пропустил момент разговора с Иисусом? Нет, вон он стоит, погоди. Иисус, я убивал многих. Но лишь немногие... Давай, sorry, короче, прости, я не могу помочь только один раз. Я же не могу быть сразу везде. Это на самом деле очень прикольная шутка. Аморальная, но прикольная. Лайк, если поняли. Так, едем дальше. Что у нас по заданиям? Тимиксерс по ходу, бомжей по ходу. И да, продолжаем. Так, ключ, ключ, ключ. Нам сюда, погнали. Зачищать башню. Как говорится, разнообразный контент — это годный контент, поэтому мы, собственно говоря, и будем, как бы, чередовать. Я Лимбо планирую до конца пройти, господи. Мне хочется просто... Тебе того же. Что тебе? Да будет тебе известно, я владею всеми боевыми искусствами, включая... Пердёсь в лицо! Пердёсь в лицо! Так, погоди, мы... Ой, вспомнить надо! Так, погоди, я лучников хочу убрать сразу. Погоди, можно его? Нет, его нельзя. А его? Нет, его нельзя, погоди. Дротик, давайте дротиком. Ой! Блин, я думал их три. Ну да ладно. Погоди, рано. У тебя есть вроде бы молот, который бомби... Да! Почувствуй мою силу! Бабах! Сам такой! Сам такой пошел в жопу. У меня такая жабля, как у тебя, надеру тебе жопу. Маленький грязный ублюдок. Ну-ка, похлопай меня по попке. Ой, Баттерс, ты знаешь, как найти ко мне подход. Как в ебуара, ты чё? Бам! Ой, мы ж не ругаемся, извиняюсь. Я стараюсь от этого отучаться. Правда, ебову. Так, теперь. Удар. Я не помню. Ладно. О, найс. Смятый фонарик. Неплохо. Я прям матерым волком стал. Да не то слово, Баттерс, блин. Мы их, блин, так тут разложили, что, блин, все монгольско-татарское эго будет нам еще долго-долго говорить спасибо. Так, что там? Бам, погнали. Надо вспомнить, как дротиками пользоваться. Так, что там? Уай! Так. О, я тебя вижу. Погоди, смотри. Я дальше пошел, я... Не-не-не. Сам такой. Погоди, у меня... Я первый ударил. По законам этой игры я бью первый. Вы будете нас насиловать. Это мы их будем насиловать, Баттерс. Сейчас, смотри, удар в спину. У кого тут больше всего? 14. Торгут, Торгут. Вот ты заговорил, ты будешь получать люлей. 3, 2, 1. О, умри, плохой мальчик. С рифмой на слово и да раз. Так, давайте бахнем, наверное. Нет, бахать не будем. Давайте добьем. Я помню. Бам! Мертв. Просто умертвил. Видите, как на самом деле это больно молотком получить. Прям в лицо. Ну да ладно. Так, теперь твоя очередь, монгольско-татарский ребенок. Ты будешь умертвлен. Блин, чисто ножом в спину, ты прикинь, ножом! Так, погоди, я могу? Нет, не могу. Давай просто воспользуемся, чтобы я был целый. Может быть, это какой-нибудь опыт мне даст, не знаю. Правую кнопку мыши надо сжать всегда. Бам! Чё ты не умираешь, алё? Не трогай Баттерса! Защитил. Парень, парень. Парень, да, парень. Я нашел Иисуса, но вас найти мне вообще труда не составило. Я просто соколиный глаз. Погоди, нужен ключ. Окей, вот этот ключ. Вот этот ключ, видимо. Ладно. Погоди. Чин покемон! Или как они? Погоди, как они? Чин покемон! Камон. Сейчас откроем ящик и побежим дальше. У нас быстрый, мы проходим не на скорость, просто хочу больше успеть за серию. О, могу рвануть? Могу рвануть! Давай! Аллаху баба! Аллаху бабах! Так, погоди. Красный фи... Глаз. Дверь с пазлом, действительно. Оп, мужик, я тебя вижу.
Монгольско-татарский ребенок. Отлично. Один у нас с этим самым. Один в шоке, другой в жопе. Погоди. Подмога. Не надо. Нам еще рано подмогу. Жми левую кнопку мыши, когда твое оружие начинает мигать. Окей. Нифига во всех зашмальнул, ты видел? Вот это ты, блин, молодцом. Ну-ка. Почувствуй мою правдивую гни... Блин, фух, я что-то, блин, там тыркал пару раз, оно вроде не засчитало. Бам, бам. Все, да? Так, парень, ну, ты, конечно, сори, но... You are dead... А, нет, надо все-таки в следующий раз по-другому бить. Ну да ладно. Мы умертвим тебя. Все, я не знаю просто, что говорить. Давайте скорее закончим с этим. Я просто не хочу побить главного босса, который стопудово будет на этой вершине, на вершине этой башни. Так, тут пустенько. Пустенько. Пустенько, грустненько. А, нет, нормально. Так, залутаем одного ребенка, залутаем еще. Да-да, проходи, что ты толстый, что ли, бока себе отъел. Хотя, чем я тебя кормлю, блин, я не удивлен. Ставь эту фигню. Давай, чин-по. Погоди, как это делается? Раз, два. Е-ау-е. Жизнь этим самым монголом. Человек, борода, птица. Против сотни монгольских воинов. Погоди, не думаю, что мы сработаемся. Я тоже, Баттерс, я тоже. Погоди, это на вас работает или как? Ну попробуем. По всему монгольскому эру. Нифига всех... А, не уязвим. Окей. Зато я украл у кого-то эликсир скорости. Я не уверен. Погоди, ты мне лечишь ману? Нет, нет, не лечит. Ой, жалко. Вы слабы к этому? Нет. А, может быть, к этому вы слабы? Молотом Баттерса правосудие! Неуязвим, да блин. Монгольская орда! Не успел, не успел. Баттерс, лечи меня! Погоди, целебный лек... Лей на голову! Зачем на голову лить надо было? Ну да ладно. Да прольется кровь ваша! За то, что сделали мне больно! О, они хотя бы кровоточат, норм. Так, давай, Баттер, зашей меня! Так, хорош. Так, тут ничего, но тогда, блин, у нас не остается выбора, мы можем только лишь... бахать им по коленным чашечкам. О, мой гуднес! Оп! Не успели. А! Е-мое, это... Будет больно. Будет больно. Так, Баттерс, давай сначала лечим меня, потом будем лечить тебя. Давай, способностей больше нету. Дротики. А... Найс, найс, найс. По 301 нормально закидали. Так, Баттерс, давай меня. Потому что я, если что, тебя оживлю, Баттерс, ты не бойся. На самом деле, нет. И по коленным чашечкам. На тебе. Ой, бля, ой, боль. На, ой, живем, живем, мужик, живем. Так, погоди, давай на тебя эликсир, потому что... Ай, зачем, я все равно добью сейчас, ну да ладно. Может быть, опыт дадут. А эликсиров этих, блин... умри, монгольская орда. Хотел сказать монгольское эго, но это немного другое. Еее, мы победили. А где? Башня взрывается, блин. Мы бежим отсюда, мужики. Кто-то подорвал ба... Ой, что-то есть. Погоди, замансим. Оп, побежали. Лохи, погнали. Еее. Зачистили башню, зачистили! Так, мужики, я за тако, я за вкусненьким тако. Так, мужик, я все. Я все, мужик. Иди, парень, столько курочки, сколько ты сможешь тащить. Ты хорошо поработал, я помогу тебе нагадить монголам, обращайся. Только не боссом, они слишком сильные. Используй это, чтобы вызвать меня. Да, я даю тебе одну попытку, одну раз в день. Ну, что-то как, короче, раз в день. Ты разве не должен быть в школе? А вы разве не должны не есть дерьмо? Ладно, пошли, если меня тошнит от этого места. Не-н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 е, я что-то, блин, задумался, забыл о них. Так, давайте зайдем в оружейную Джимбо! Посмотрим, что мы можем прикупить.
И посмотрим заодно, сколько у меня денег. Гид по дикой природе Южного парка. Все, что нужно охотнику о тварях центрального Колорадо. У меня есть кое-что на продажу, чтобы помочь им в охоте. Интересует? Ну, а ты думаешь, зачем я сюда пришел? Так, давайте продадим то, что у меня в корзине. Окей, поехали. Оптом. 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 О, мой гуднес. Так, оптом, оптом. А, остальное. А, все. У меня не так уж и много вещей. Главное, их не накапливать. 134 бакса. Маловато. Я хочу купить шикарную катану, но она с 14 уровня. У меня... третий уровень. Я не могу даже позволить себе длинный меч воина. А, ну да, продать. Может, продадим что-нибудь? Нашивки? Нет, нашивки пока остаются у меня. Имидж тоже у меня. Снаряжение. А, я не могу ничего выкинуть. Потребляемые вещи. Ну ладно. Так, у вас есть что вкусненького? Погоди. Вроде ничего нету. Погнали. А, погнали мы куда? Погнали мы, наверное, в соседнее здание. Посмотрим, что здесь у нас есть. Так, здесь, погоди. Тут мы освободили этого человека, который типа задыхался. Такой, а! Искренне извиняюсь, был очень важный звонок. Звонил сам президент Порошенко. Ну да ладно, погнали. Вообще-то мы тут с такими, как ты, вежливо не разговариваем. Ну, это исключение. Ты нам нравишься. Спасибо. А, я у вас зачищал, интересно, здесь или нет еще? Вроде... Да, зачищал, вон сундуки пустые. Я просто забыл, ребята, не судите строго. Я посмотрел последнюю серию, просто интересно было, какое загружение... Загрузку какую поставить. Последнее сохранение было 15-го года, поэтому, блин... Не судите меня, я, блин, хорошо, что вообще вспомнил про эту игру. Ну-ка, деньги мне! Молодца. Так тебе, да. Так, что по заданиям? Team Express, так. Ага, так, карту найди. Твика в кофейне брать от Твика. И узнаю, сможет ли он присоединиться к твоей игре. Окей. Поехали в кофейню Твика. Нифига себе. Давай отсюда, наверное. Тут одна локация. Да хотя сверху было бы так же, но... Нет, здесь даже... А, нет. Это раз... Ну да, и все, одна локация, погнали. Пацаны, я... Не-не, норм... Все... Нет! Если ты не дерешься, можешь стрелять... Добро пожаловать в кофе Твиков. Кофе произведено из местного натурального сырья. Это местный кофе, сварен здесь же. Твик! Твик! Ты уже забрал свежие местные ингредиенты. Я, пап, еще не закончил другие задания, пап! Что ж, поторопись, сын, семейный бизнес зависит от тебя. Зачем ты мило давишь, ублюдок? В одиночестве словно единственный лук, о котором ведет люди. Нифига ты задвинул речугу. Электрир, скорость, электрир. Электрир! Электрировать хочешь, здорово. Ты будешь будь моим другом. Ты мне говоришь, чтобы не терять концентрацию в течение школьного дня. Да я, блин, знаю, что вы тут добавляете, алё. Не надо мне, блин, ваш кофе. Я хочу быть нормальным, а не как вот этот вот. Что это такое? Сейчас, я нужен. Ничего не выйдет. Ничего не выйдет. У меня куча других дел. Я не могу не выдержать. Постой. Ты! У меня доставка в 4 часа, сможешь подменить меня? Если да, я успею закончить дела здесь, у меня еще за время поиграть! Пожалуйста, что скажешь? Нет, тебе нужно домой Кенни, как обычно, выручи, и мета, они дадут тебе посылку. Ебанутый. Ой, не ругаемся, извините, я... Я придумаю какую-нибудь фигнюшку, чтобы, когда я ругаюсь, делать какую-нибудь фигню и отучать себя от этого. Потому что это, во-первых, некрасиво, а во-вторых, уже вышло из моды! Хотя, наверное, никогда модно меня было. Ну да ладно. Так, нам... Не пойду я к тебе, я знаю таких, как ты. Я таких, как ты, заверстучую. Мне педофилов не надо. Оп, еще один. Едем, едем в соседний... Погоди. Это не здесь. Дом Кенни не здесь. Давай. Дом Кенни здесь. А, придется с жиртреса бежать. Жиртрес. Жиртрес. Погнали. Жиртрез, зато какой жиртрез, ой-ой-ой. Так, чик, погнали. Давай, беги. Марафон, сегодня в нашем участии принимают H2 шкалопундрика. А я могу открыть? Да, могу, а почему я этого не открывал раньше? Почему я раньше сюда не залезал? Почему я упускал возможность обокрасть кого-нибудь? О,
Мантия друида. Мантия Давида. Или как этого там? Ладно, так, что тут есть кто? Алло. Здравствуйте. Соски. Дом сцены, сейчас его нет дома. Хорошо. Я заметил, Баттерс, спасибо. Пудинг заберем. Все, вот это заберем, что можем. Забирай все, что видишь, Баттерс. Хочешь даже отца ногу отпили, забери. Все можно брать в этой игре. Так, какашка. Господи, а какие-то еще. О, я вспомнил, что здесь можно делать. Сына высирает большие какашки, что ли. Куски говна. Ладно. Погоди, что жать? Давай! Молодца. Если брызгать, получается... Никогда не брызгал, это все вранье. Ну-ка, будь свеженькая какашечка. Пахнет-то как, ой-ой-ой. Ой. Ты, блядь, кто такой? Это я покой... Ты покойник хочешь? Я не ругался, это я переводил. Переводил слово в слово. Я... I know English very well. Very well. I know English very well. Так. Трусы. Отлично, я собрал 3 из 5 трусов. Это мне очень мало чего дает. Так, заценим, что здесь. Это дедуля? Это дедуля его стопудово. Я ни за что не выйду. Стопудово это дедуля Стэна, окей. Надо же, давно смотрел South Park, но до сих пор все помним. Помню почти всех персонажей и вот эту фигню. Это Путин был! Я убил Путина! Нельзя так говорить, это сейчас приедут, блин. И заберут мой меня. И мытню. Погоди, дай мне в друзья тебе. Вот я теперь в капель, значит, ко мне в спорткомплексе. Спорт, ох, тут спортом прям так и веет. Прям пот. Немытые яйца. Здорово. Здорово, жидюга. Чё? А, у вас все закрыто, блин. Здорово. Да, смотри. Смотри. Ты же могучего ледяного великана, я благовею. Короче, да. Давайте быстренько домикс. Да ладно, нифига ты жид, даже детей не пускаешь в свой дом. Вот это ты жидяга. Оп, стопы, я тебя вижу. Так, а здесь можно пройти? Может, тут есть чекпоинт какой, чтобы я не бегал? Типа это, как его называется? Тимми Экспрессовская фигня. Ну, ладно. Играть в пиратов лучше, говорит, здесь. Или я не заметил, что он сказал. Так, побежали. Так, пацаны даже не заметили. Типа, ну ладно, бегут. У нас есть более важное задание. Так, отлично, это чекпоинт. Это мы сюда уберем. Я не буду брать эти кости, это отвратительно. Эти дискастинги. Опа, бомжи. Бомжи! Погоди. Погоди, бомж. Погоди. Посидим. Посиди, погоди. Ну шо, бомж, готовься. Ну, хватит меня пихать. Я не пихаю. Погоди. 8, потом, блин. 14 минус 8, это 6. А, да, нормально, прям самое то. На! Оглушил. Выкинь шприц, камон. Так, давай сразу этой фигней, наверное. Ты... Да, он слаб к этому, отлично. Почувствуй мою праведную ярость. Отлично. Погнали дальше. В спину ножом тебе, урод. Раз, два, три, на! Раз, два, три, из спины кровь, иди! Так, круто. Действуем по плану. Действуем по протоколу. По коленным ча... Я не успел, я ударил или что-то. Я, в общем, что-то зафейлил, как обычно. Во! Вообще закидал его, как, блин, бомжа. Ну что, бомж? Тебе сейчас будет очень больно! Просто избили бомжа 2 на 1. Просто толпой его. Бомжудю, ну, эту всю. Так, что у тебя есть вкусненького? Я, в смысле, я не... Окей, забыли. Деньги, там что-то было. Ну, что, ничего прикольного, видимо, не было. Caution ahead. О, крыски. Здорово. Окей, тут собака, видимо, была. Там косточки валяются и всякая фигня такая. Там сундучок. Видимо, туда пойдем. Что? Ой, это не для меня, это для хороших людей, которые снимают гостевой домик. Отлично, пойдем в гостевой домик. Но все же потом я и к вам зайду, облутаюсь.
Не тот мальчишка, который обычно забирает посылку, а? О, черт. Это мент! Стопудово, у него противогаз на лице. Я забыл его снять. Твою мать, ну ладно. Окей, а сначала что мы делаем? Опять балуется. Я не балуюсь. 3, 2, 1! Погребини, дам тебе врать. Так, давай, стоп. Вы слабы к этой фигне? Нет? Окей, подождем. Кип! Бамс! Рано, ой! Больно, мне прям в лицо дали. Блин, нифига не бьют нас. Баттерс, нам надо кое-что, блин, делать. Нам надо что-то... Во! Да я же нажал! Ну, камон! Давай, лечи меня. Используй свою суперсилу, Супер Баттерс! Да-да-да-да-да! Не зафейлить бы! Оп, не зафейлил! Нормально. Уф, полицейский! Ой, прям вхлебало! Отлично. Этот мент чё? Я не мент! Я пришел посылку забрать, ты чё? Удар в спину. Бань, бань, бунь. Так, погоди, можно еще? Нет, это и был удар. Окей. Удар. Это, покажи, это не был удар. А, ладно. Так, кого убить? Ты, вот ты поляжешь стопудово. Ну, должен, по крайней мере. И бунь. Да, лёг. Больно. Это за моего друга Шраттерса. Или как там его? Ладно, шучу, знаю, Баттерс. Баттерс мой любимчик. Ты считаешь, мы получили там что-то денег много? Нет, мы, блин, с казны не брали копеечку. Так. Должно быть, чтобы варить секретное зелье. Интересно, лечебное, ну или нет? Ну, хочешь прави, хочешь хлебни. Хотя не хлебай, потом умрешь, блин, не дай бог. А я, блин, потом... Крыса! Мочи крыс! Опа, вижу. Поплыли наверх за сундучком, я так полагаю, да? Да. Сундучок there. А, кровавая дубинка. А, щит. Так, а, пакет с метамфетамином. Я же знаю, что они, ну, кофе, говорят. Хочешь кофе? Я говорю, давай кофе мне, почему нет? Ну, на, кофе, держи. Погоди, главное, так, друзей, давай. Приветствую, да. Да, сковорода, надо на голову что-нибудь напялить. Это дополнение, точняк. Шлем космонавта. Полущит. Рентген. 4 очков мощи при каждом ходе, когда сражаешься в одиночку. Нет, в одиночку не сражаюсь. Получи щит. Нет. Добавлю 3 брони, снижаю урон от атак противника. После того, как Лайс был сослан в черную дыру, от него остался только этот шлем. Прикольно. Нет, атаки оружием ближнего боя, дополнительный урон. Ну, мне вот эта фигня больше нравится. 3 брони, снижаю урон от атак противника. Или что-нибудь наподобие. Деньги, колпак чародея. Здесь ледяной урон, противник скорее всего будут атаковать союзников. Противники скорее всего будут атаковать союзников, то есть не меня. Они так Баттерса атакуют. Получи 1 очко при мощи, при исцелении. Во! Ну, посмотрим, потому что... Если можно будет Баттерса, типа... Во время Баттерса, когда он мне по спинке будет хлопать, ну, то да. Короче, посмотрим. Бонус к атаке, когда убиваешь врага. Перчатки чародея увеличат шоковый урон. Атаки дальнего боя дополнительный урон. Урод. Ну, давай, наверное, эти... Пока эти... И, блин... Фигню какую-нибудь еще напялим. Не, мне это не нравится. Да, спики самурая! Так. О, нет. О, 3 очка! Защитимые яйца. Враги будут наносить тебе значительно меньше урона, когда твои жизни силы на исходе. Максимальный запас очков силы на 20. Найс! Ты получишь 2 очка силы каждый раз, когда используешь... Берем. Врагу наносится больше урона, когда твои жизни силы... Не. Атаки наносят больше... Давай. И... Врагам используется, что тут больше урона. А, вас скажет, так, атака оружия ближнего боя, больше повреждений. Ну, пока хватит. А, бонусные очки будут начислены через 1. Окей.
Задание. Так, 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 горячий кофе. Возвращайся к Тику. Возвращайся. Окей, одну секундочку, сейчас заглянем в домик и вернемся к нему. И на этом закончим, потому что я не знаю, у меня привычка, я никогда не засекаю время. Я делаю просто по мере того, по мере своей усталости. Здорово. Давай, мне, друзья. О, привет, новенький, моя сестра принцесса написала. Принцесса. Вот это принцесса, вот это что ли принцесса? Я так, я не думаю. Прости, что не должно получиться. Обычно они очень веселые, энергичные. Знаешь, почему они веселые, энергичные? Потому что они, блин, душа компании, наверное. Давай, войдем. В святую. О, какая чистая постелька. Найс. Что тут у него есть? Прикольно. Мистерио! Я даже не знал, что это он. Прям, ну не. Блин, я не хотел ломать. Я думал, это чин покемон. Я думал, у него украсть чин покемона. Но я просто-напросто ее сломал. А, крысиный яд. Вкусненько, наверное. Дай-ка. Вкусня. Там крыса, что ли? Не, просто что-то фигня какая-то. Ладно, пойдем. Мне здесь противно оставаться. Вот. Ей-богу. Смотри телевизор, отупляйся. Все равно ты не полезна обществу. Ты ничто, ты отбро... Ладно, все. Так, погнали обратно. Давай сюда. Ой, быстро путешествие с Тимми. Действительно. Новое сообщение от пользователя Мистер Ким. Я бы почитал. Я бы такое что почитал. Если нужна помощь, звони. Я обрушу на твоих недругов, как смог на Шанхай. О, блин, столько текстов у меня в голове, все плывет. Я на самом деле не понимаю, что происходит. Может быть, я даже сам в этой игре нахожусь. Может быть, это я и есть. Ходит слух, что девочек есть тайная база. Но я никогда ее не видел. Ну, раз она тайная, значит, конечно же, ты ее не увидел. О, молодец, посылка у тебя. О, спасибо, друг. Пап, я только на работу, можно я потом поиграю? Где сегодняшняя посылка? Вот тут. Мед. Да, годный товар. Ты можешь пойти поиграть немного, но возвращайся до темноты, а то больше не поищу. Для темноты, потом свежий полностью органической смеси гиберготвика, ингредиенты, для которого мы берем у всех местных производителей. Спасибо, я пойду перед ним, встретимся в королевстве. Год, паря. У меня голова идет кругом. Надо, блин, сундук залутать хочу. Мне ключ как раз от него дали, да. Все мое. Забираю. Блин, тут столько мета, это, блин, наверное. Да, это мета, да хрен знает на самом деле. Ты друзья меня добавишь? Не добавишь, иди в задницу. Иди в задницу! Я тебе говорю. Так, погнали. Не иди, я не такой, у меня... Да-да-да-да-да. Пуси? Сам ты пуси. Погоди, кому идем? Задание. Картман, расскажи, где идет процесс вербовки. И на этом закончим. Ну, прям точно закончим. Вербовка. Так, читаем. Все солдаты прибыли для проведения службы, великий магистр! Молодец, чмо, теперь все мои люди тут и готовы драться за... Погодите, а где же Фальцпар? Где же мой борт 12 уровня? Да, кстати, где же Крейг? Его оставили в классе после уроков. Он показал дулю директору, вот его и наказали опять. О боже. А если они заперли нашего вора, у нас нет никаких шансов забрать палку, нужно его вызволить. Нет, ни за что, последний раз там всем за это попало. Пусть чмо рискнет. Чмо должен... Да, не очкуй, я без подготовки не отпущу, я тебя научу магии, встретимся у учебных драконов. Настало время научить тебя рёву дракона. Драгоншот. Я такой смотрю, может не надо. Может быть это того не стоит. Здорово. Я все равно не хотел с тобой KKK, но у великого магистра были всякие аргументы. Всякие. Весомые аргументы, я уверен. Окей. Ты дерешься хорошо, чмо, но чтобы победить, надо уметь контролировать всю мощь своих пауков. Это я знаю. Очень важно применять магию против врага в нужное время, в нужном месте. Сейчас я покажу тебе, но сначала ты должен поклясться честью джентльмена. Ты должен поклясться, что никогда и ни за что не будешь пукать на чьи яйца. Хорошо? Надо пукать на противника, а пукать на чьи-то яйца считается отстоем. Понял? Понял? Понял. Хорошо, давай начнем обучение. Чтобы сотворить заклинание рёв дракона, сначала надо очистить мысли, затем сделать глубокий вдох задним проходом. Вот так. Теперь пусть побурлит внутри тебя и... Драгоншот! Я покажу тебе еще раз. Сделай вдох. Пусть побурлит. И рёв дракона. Бам! Найс. Теперь попробуй сам. Готов? Рёв дракона! Держу.
Драгон Бух. О, господи, это было замечательно. Можно прожить 100 лет, и так и не услышать больше столь мелодичное и звонкое заклинание. Неужели пророчества сбылись? Неужели дракон рожден наконец-то пришел, чтобы помочь нам? Теперь давай проверим твой навык на настоящем противнике. Эй, принцесса Кенни, можно вас на секундочку? Не говори ему, хорошо, по-быстрому, принцесса Кенни. Сэр, Чмо хочет показать вам кое-что. А теперь вы двое... Деритесь! Сэр Чмо, погоди, принцесса Кенни, магические навыки, которым я тебя научил. Eww, this gross! Ну, побурли! Опа! Это было ржачно, чувак! Это было шикарно. Да, я согласен с тобой. На все 100%. Молодец, Сэр Чмо, было здорово. Спасибо, принцесса Кенни. Пока, все. Пошли вы нахуй, пидоры. Да, я перевел. Неплохо, но, чувак, я говорю, на самом деле, никогда не делай ничьи яйца. Ладно, серьезно. Научил царевого дракона, теперь тебе будет легче. Но... Да, в каком-то смысле мне определенно будет легче носить этот тяжкий груз в себе. Кенни поможет тебе в этом деле, Чмо. Теперь приведи Крейга, а я пока отдохну. Я не хочу, мне не нужен приятель Кенни. Я хочу своего старого Баттерса. Группа. Я хочу Баттерса. Йокал джебанеж. Йокарный майонез. Я хочу Баттерса. Все, Баттерс. А, что ж, на этом все. Спасибо за просмотр данной серии. Следующая серия будет, скорее всего, завтра. Не знаю, по какой игре. Может быть, даже по новой. Может быть, по Лимбу. Может быть, какой-нибудь еще. А, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Комментируйте данное видео, если же имеется такое желание. А на этом все. Всем удачи, всем пока, ребят. Пока-пока.